Всем привет! С вами Прапор, и мы играем в Assassin's Creed Valhalla. В данном видео я покажу очередное мировое событие в области Эссекс. Данное наше событие находится вот здесь вот, вот наш Эссекс. Вот, оно прям находится вот здесь вот, точкой быстрого перемещения. А, да, вот оно. Ну что ж, давайте приступим. Мы хотим лишь поделиться музыкой с миром! Что это за шум? Мы группа бардов, передовых, настоящих гениев музыки. Но один безумец, самозванный епископ Руин, вовсю нас критикует. Говорит, мы пляшем под дудку дьявола. Разве это дудка? Похоже на мешок с трубками и звучит, как вой ведьмы. Проповеди епископа лишают нас зрителей. А ведь мы хотим лишь порадовать потерянное поколение. Достойная цель. Может, показать ему ваше умение? Ты нам поможешь? А, ты тоже любишь музыку? Это крайне добрый знак. Раскайтесь, пока ваши души не забрал повелитель мух. Ничего делаем. Песни пляска питают. Почему не дать парню играть? Людям вроде бы по нраву. Музыка, отрыжка дьявола. Мерзкая и зловонная! Я, епископ Руин, не потерплю ее! Епископ Руин? Это Альфред тебя им назначил? Нет, сам Господь! Он заговорил со мной, когда я мочился на стену! Я орудие его против музыки дьявола! Значит, наши взгляды расходятся. Нашел против кого драться. Ага. Твоя помощь была неоценима. Я сложу об этом песню. Прощай. А ты продолжай петь веселые песни. Пей святошу! Пей святошу! Ну что ж, ребят, у меня на этом все. Мы выполнили мировое событие. Вот. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо. Всем пока.